Вижу будущее только самым-самым таким цветущим, радостным и спокойным, достаточно благополучным. Все блага и радость у нас будут, я так понимаю. Вот, другого видеть не хочется и не желаю. Хотелось бы, чтобы все было спокойно, чтобы не было обстрелов. Мира хочется, вот такого хочется будущего для Николаева и для всей своей семьи. Будет все нормально, да, с верой, что будет все построено все в основном. Будущее должно быть за молодежью. Это молодежь должна уже строить наше светлое будущее, радостное. Ну, не думаю, что отстроим. Построим, да, очень, да. Есть вся надежда на то, чтобы построить город, наши улицы, скверы, пляжи. И будем надеяться на все доброе. Лучше будет, оптимистично смотрим. Мы смотрим оптимистично. Я думаю, что с учетом всех, то все-таки лучше, наверное, будет. Будем лучше жить. Судя по тому, как мы сплотились вот в связи с этими всеми обстоятельствами, что сложилось в стране, все-таки мы сумеем и победить, и улучшить нашу жизнь, и отстроим, еще лучше будет. Я думаю, что будет хорошо.